Сегодня пришел очередной гуманитарный конвой с Российской Федерации. И поприветствуем Максима, который расскажет о сегодняшних достижениях волонтеров ИГЗД. Да, сегодня привел гуманитарку из России. 10 вертолетов с мукой, 3 парохода, 2 танка и 10 электричек еще будет. Студенты ИГЗД, их было всего 5, разрушили войну. Тут порядка где-то 10 тысяч мешков. 50 тонн железа живого. Все вот через спину свою пронесли, все разрушили специально для жителей Донбасса, для жителей Новороссии. Отлично, очень приятно. Вы очень устали, Максим? Да, я очень устал, сейчас пойду спать. Все хорошо. Что будет в награду? И что это за человек молодой? Награда ничего не будет. Благодарность людей — это самая лучшая награда для нас. Я с вами полностью согласен. В завершении нашего репортажа, что вы хотите сказать всем жителям Новороссии? Я хочу сказать всем жителям Новороссии, что Юрий Тимошенко лох. Всем до свидания, всем спасибо.